Миллиарды людей по всему земному шару верят в существование Бога. Но у каждой религии свое видение и представление о Боге, и это заставляет задуматься о том, как разные люди стремятся найти пути к Нему. Ветхозаветному Моисею Бог явился в образе горящего, но несгораемого куста. Будда достиг просветления, сидя под деревом. Мухаммед встретился с Аллахом на горе. Но есть ли нечто, что объединяет все религии? В этом фильме мы попытаемся узнать, в чем верующие люди видят божественность. Я попытаюсь выяснить, как менялось представление людей о Боге на протяжении тысячелетий. Сколько богов существует в одном образе Бога? И можно ли хоть как-то ощутить присутствие Бога? Мне интересно, как выглядит Бог в других религиях. Итак, вот, например, у индуистов очень много различных богов. Здесь есть боги, пожалуй, на все случаи жизни. Во многих городах Индии почти на каждом углу можно увидеть алтарь. Местные жители размещают здесь изображения богов повсеместно. Так, например, на улицах города Варанаси вы можете встретить алтарь бога с головой слона по имени Ганешу. Этот бог, по верованиям индуистов, помогает преодолеть всевозможные препятствия. В индуизме у божеств множество обличий. Одни из них мужеского пола, другие женского, а некоторые и вовсе являются наполовину животными. И каждое из этих божеств наделено особой силой. Но как индуисты не запутываются в таком множестве богов? Ответ на этот вопрос довольно прост. В каждой индуистской семье есть своя традиция, есть свое божество, которое передается из поколения в поколение. И если случилось так, что человек оказался в тяжелой жизненной ситуации, то он обращается к божеству, богу или к богине, выручить его. А взамен за это человек обещает почитать ее или его, как свое личное божество. Но индуисты считают, что всех этих богов и божеств объединяет одна божественная энергия, которой все верующие и стремятся приобщиться. По их мнению, эта энергия в чистой форме, у которой нет ни пола, ни имени. В западных религиях, таких как индуизм, христианство и ислам, люди верят только в одного бога. В индуизме же это просто энергия. У нее нет ни имени, чтобы назвать ее, ни лица, чтобы увидеть, к ней нельзя прикоснуться. Но можно ли здесь провести некое сравнение? Индуисты говорят, что можно. Это похоже на дерево, у которого есть ствол и ветви с листвой. Его можно вообразить, как одно большое тенистое дерево Брахмы. Что же, наверное, хорошо, что в индуизме верующие могут сами выбирать себе подходящих богов. Это как некий духовный отпечаток, который у каждого свой. Индуизм совсем не похож на западный монотеизм, но тем не менее в него верят более миллиарда человек. На первый взгляд индуизм кажется религией множества богов, но если заглянуть глубже, то это просто единая божественная энергия. И тут невольно возникает вопрос, почему одни культуры признают множество богов, а другие лишь одного. Где берет свое начало поклонение единому Богу? За ответом на этот вопрос мне придется обратиться к истории, а именно к истории Древнего Египта. Давным-давно, во времена старины глубокой, здесь, на берегу Нила, один египтянин решил поклоняться единому божеству – Солнцу. Его идеи считались настолько опасными, что все свидетельства его правления впоследствии тщательно старались уничтожить. Все, что осталось от жизни этого человека, так это несколько экспонатов, которые находятся в Каирском музее. Здесь среди десятка фараонов находится этот фараон, фараон-реформатор по имени Эхнатон. Эхнатон радикально изменил не только религию, но и культуру всего Древнего Египта. Он закрыл большинство храмов,
аргументируя это тем, что теперь есть только один бог, бог солнца, Атон, и все должны поклоняться только ему. Но тогда это у многих египтян вызвало неодобрение. Ведь люди в Древнем Египте на протяжении тысяч лет привыкли поклоняться множеству богов на все случаи жизни. И это уже не говоря о жреческом сословии, ведь многие из них просто остались не у дел. В 1350 году до нашей эры фараон Эхнатон провозгласил солнце единственным богом всего Египта. Тем самым, того не подозревая, он первым в истории человечества основал монотеистическую веру в единого бога. Но тогда эта вера не прижилась, и после смерти Эхнатона в 1336 году до нашей эры все вернулось на круги своя. Последователи прежних религий стали возвращать алтари богов на их места, а нового бога старались как можно быстрее забыть, а посему уничтожало все, что было связано с этим богом, в том числе и имя фараона. Картуши с именем Эхнатона тщательно сдалбливались с различных обелисков и стен храмов, где они были начертаны. Имя бога Атона также не оставалось без внимания. От его символов избавлялись так же, как и от имени фараона, провозгласившего по всей стране его культ. Таким образом, люди уничтожали память о новом боге, новой религии, всеми доступными средствами. Эхнатон надеялся, что его сын Тутанхамон продолжит начатую им религиозную реформу. Но Тутанхамону было всего 9 лет, когда он взошел на трон. Тутанхамон – это, пожалуй, самый известный фараон, ставший царем 9 лет и правивший Египтом всего 10 лет. И вот получается какая картина. Ребенок, взошедший на трон в 9-летнем возрасте, несомненно был подвержен влиянию старших. Например, влиянию верховного жреца Айе или военачальника Хорамхеба, которые имели свои взгляды на управление страной и были не в восторге от религиозных реформ, начатых отцом Тутанхамона, фараоном Эхнатоном. Возможно, они говорили, мол, такой порядок нам не подходит, нужно вернуть старых богов. И вероятнее всего, Тутанхамон делал все, что ему говорили, а посему его правление перечеркнуло порядки его отца, фараона Эхнатона, вернув тем самым прежнюю религию, которой египтяне поклонялись более 2000 лет. А это значительно дольше, чем в наши дни почитается святыми Мекка и Иерусалим. Жрецы Тутанхамона уничтожили единобожие Эхнатона и попытались уничтожить память о нем, тем самым говоря, вот что бывает с теми, кто пытается изменить мир, не стоит искушать богов. Попытка Эхнатона установить монотеизм была обречена. Но у меня возникает вопрос, не способствовала ли эта религиозная реформа тогда, в 1350 году до нашей эры, основанию новой религии? Ведь согласно библейской легенде, именно на берегу Нила, в зарослях тростника, и был найден Моисей. Он вырос и получил образование при дворе фараона. И если это так, то он не мог не знать истории Эхнатона. И вот спустя некоторое время вера в единого бога начала шествование по миру. Но как вера небольшой группы израильтян распространилась таким размахом? Ведь сегодня почти 4 миллиарда христиан, мусульман и евреев почитают одного бога. В чем же особенность этого бога? Для того, чтобы узнать ответ на этот вопрос, мы должны отправиться в Иерусалим. Ведь половина населения земли верят в то, что истоки бога начинаются в этом древнем городе. Именно здесь, примерно 3000 лет назад, зародилась вера в единое, всемогущее, божественное начало. Однажды человек по имени Авраам, посмотрев на все то множество богов и божков, которым поклонялись его соплеменники, и решил ввести единый свод правил, единые законы природы и морали, которые бы были универсальны и применимы ко всем.
Иерусалим. Здесь расположена мусульманская святыня, мечеть «Купол на скале», Илионская гора и Кедровая долина. Внизу расположена Стена Плача, священное место поклонения иудеев. Здесь же, по преданию, Авраам чуть было не принес в жертву своего сына Исаака. А мы знаем, что в то время, когда жил Авраам, практиковалось принесение в жертву Богу детей. И Авраам, ведя Исаака на заклание, думал, что следует воле Божией. И тогда Бог сказал ему: «Авраам, Авраам, не поднимай руки на сына своего и не делай ничего над ним, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына единственного твоего для меня». Бытие, глава 22, стихи 11 и 12. И далее здесь же Бог поставил завет с Авраамом: «Благословляя, благословляю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих. И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Бытие, глава 22, стихи 16 по 18. И чтобы увековечить этот завет, евреи построили здесь храм. А в религиях иудаизма и христианства это место стало самой великой святыней в истории. Больше нет идолов, есть единая сила, которая приносит порядок всему, физическому и духовному. Нет образа Бога, потому что Он есть во всем. Мне же это напоминает энергию индуистов, Брахму. Храм, возведенный Богу евреев, простоял почти 1000 лет, пока римляне в 70-м году нашей эры не разрушили его. Но на этом его история не закончилась. Самое удивительное в этом то, что Бог невидим и существует за пределами всего материального. И даже если разрушить посвященный этому Богу храм, Бог останется невредим. Он продолжает существовать так же, как и прежде. Бог Авраама стал универсальным Богом, для общения с которым не нужны ни храмы, ни идолы. Для евреев, христиан и мусульман он находится всегда рядом. Когда бы и где бы, им к нему не захотелось обратиться. Удивление достойный тот факт, что три величайшие религии мира так близки друг к другу. Все они основаны на почитании одного Бога, существование которого не затрагивает ни разрушение храмов, ни религиозные конфликты. Но как обратиться к Богу, не имеющему физической формы? Как понять, что божественно, а что нет? И кто такой Бог для мусульман? Мусульмане издревле поклоняются тому же Богу, что евреи и христиане. Но есть ли различия в их представлении о Боге? Исламские богословы говорят: молитва к Аллаху напоминает беседу с человеком. Но как говорить с тем, кто не имеет человеческого воплощения? Так, например, в христианстве существует понятие проявления Бога, а вот в исламе этого нет. К кому обращаются в этом случае люди? На эти вопросы исламские богословы отвечают так: Бога нельзя вообразить, Бог за пределами всего, что способен представить человеческий разум. В мечетях же все предназначено для того, чтобы восхищать и услаждать органы восприятия. От замысловатой архитектуры до красиво начертанных строк из Корана. Многие мусульмане видят в этой красоте воплощение самого Всевышнего. В исламе все прекрасно и есть отражение Бога. У него нет физической формы, но его восприятие доступно всем органам чувств.
Но что говорит наука о существовании Бога? Ученые проводили многочисленные исследования верующих людей всех религий и атеистов и выяснили, что во время того, как человек обращается к Богу, повышается активность лобной части мозга. Эти лобные доли активируются у всех верующих, и здесь не важно, кто какую религию исповедует. Ученые также проводили исследования и атеистов, просили их при этом думать о Боге, но в этом случае у атеистов повышение лобной активности мозга не наблюдалось. И вот получается какая картина. Выходит, что мы можем увидеть материальное проявление Бога в нас самих. У христиан, мусульман, буддистов, у всех верующих людей, сосредоточенных на духовном, на самом деле происходит изменение в мозге, меняется восприятие мира, и это говорит о многом. Свидетельство того, что восприятие Бога меняет нас изнутри, не удивляет верующих. Бог участвует в жизни каждого человека настолько, насколько сам человек этого желает. Во всех религиях, во все времена люди старались подражать всему божественному, воздвигая прекрасные храмы и видя проявление Бога в красоте природы. Но кто же такой Бог? Если же вы спросите любого богослова, что создало мир, он ответит вам: Бог. Хорошо, тогда что такое Бог? Бог – это то, что было всегда, есть и всегда будет. Бог – это то, что нельзя ни создать, ни уничтожить. Бог может создавать образы, пребывать в них и разрушать их. Бог есть везде и во всем. А теперь внимание. Если же вы спросите у любого физика, что создало мир, он ответит вам: энергия. Хорошо. Что такое энергия? Энергия – это то, что было всегда, есть и всегда будет. Ее нельзя ни создать, ни уничтожить. Энергия может создавать образы, пребывать в них и разрушать их. Энергия есть везде и во всем. Как мы видим, богословие ученый-физик говорят об одном и том же, разница лишь в терминологии. Люди видят проявление Бога во множестве вещей. Это тепло и свет солнца, звуки музыки, внутренний голос, ведущий нас вперед. Частичка божественного есть в каждом из нас. Бог – это истинное «я» каждого человека. Бог – это лучшая часть каждого человека. Бог – это энергия, которая есть везде и во всем, в том числе и в каждом из нас. Вот мы и выяснили, что Бог – это суть энергии, которой наполнено все, что мы видим. Все, до чего мы можем прикоснуться. Он невидим, но он есть. Нам же остается только верить в лучшее, ибо сказано: верьте, и верою спасены будете. Берегите себя и своих близких, и не забудьте подписаться на наш канал. У нас будет еще интересней.